Здравствуйте, вы смотрите вечернее шоу на телеканале Дробышевский ТВ. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор биологических наук Вероника Синантроп. Тема нашей программы – существует ли на самом деле снежный человек? Вероника, развенчайте уже, наконец, миф. Существует или нет? Да или нет? Есть ли снежный человек на самом деле? Наверное, для представителей криптозоологии этот вопрос давно решен. Их ответ, безусловно, да. Пап, а люди есть? Нет, сынок, это фантастика. Пока кто-то всерьез или не очень задается вопросами о существовании русалочек, лохнесских чудовищ и снежного человека, сценаристы студии Warner предлагают ситуацию отзеркалить. Я увидел его. Чудовище, о котором я слышал только в легендах. Какая у тебя маленькая ножка! Ой, мама, это же Смолфут! О, нет, вернись! Быть не может. Но я видел. Добро. Правда? Ложь. Но я видел. Их не существует. В кого не верят снежные люди, бигфуты? В нас с вами, конечно, людей, смолфутов. Но главный герой Мига предпочитает полагаться на свои глаза, свой непосредственный опыт. Легенда для него превратилась в реальность. Преодолеть инерцию мышления не так-то просто. И для своих соплеменников он кто-то вроде городского сумасшедшего. Одного разового наблюдения явно недостаточно. Этого не может быть. Миго, ты изгнан из деревни до тех пор, пока не будешь готов сказать правду. Я знаю, что видел, и докажу это. Смолфут в игровой манере, сдобренный изрядной порцией юмора, предлагает покатать мысли об особенностях и ошибках восприятия, трудностях коммуникации и немного задуматься о том, чем мнение отличается от знания. Впрочем, забивать себе голову подобным вовсе не обязательно. Мультик предназначен для детей старше 6 лет. Сама по себе фабула произведения будет весьма увлекательной. Режиссер и сценарист Кэрри Кирпатрик однажды уже адаптировал для большого экрана «Автостопом по галактике». К слову, его мега-крутой мульт «Смолфут» уже на экранах. С 25 октября смотрите в кинотеатрах. О, вы посмотрите на него, какой милашка! А «Смолфут»? О, это должно было так выпасть? Однако официальная наука, хоть теоретически и не исключает наличие где-нибудь в Гималаях реликтового гоминида, сохранившегося с доисторических времен, стоит сказать честно, что никаких свидетельств в пользу этого нет. Выходит, что Владимир Высоцкий слишком уж обнадежил свои песенки. О, Господи, какая чушь! Кофе готов, печенье принести? Кантропа, все-таки снежный человек – это, наверное, больше миф, да? Кофе ты готовишь явно лучше, чем занимаешься антропологией. Палеонтолог Кирилл Яськов. Где единожды? Кто бы мог подумать, что ты существуешь? Ох уж эти проблемы с индукцией. Пойду принесу печенье. Остаться неизвестным. Да, все верно вы сказали, Вероника. Наверное, только надо было отметить, что не просто нога человека, а нога профессионала. Какое интересное мнение. С вами был Алекс Сильвер. Увидимся в кино. Муа-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Муа-ха-ха-ха.